Но прежде чем отправиться сжигать калории в лесу, участницы проекта «Жги шоу» встретились с заместителем главы города Еленой Сидоренко и начальником управления физической культуры, спорта и туризма Ириной Смирновой. На этом организационном комитете был намечен план ежедневных занятий участниц и принято решение еженедельно подводить итоги. Ведь в конце проекта в августе команда Ленинско-Кузнецкого должна потерять в общей сложности 292 килограмма. Выходной день в зимнем лесу стал для участниц «Жги шоу» одним из самых приятных в борьбе с килограммами. И даже несмотря на то, что многие из них на лыжи встали впервые, некоторые, особенно целеустремленные, прошли не 1,5 километра, заявленные на старте, а все 3. У меня столько эмоций, это столько драйва, столько энергии, бодрости, в то же время и устала, приятная усталость. Ну, просто отлично. Я считаю, что я вообще потеряла многое, что до этого я не вставала на лыжи. Это прям прекрасная возможность, это убедиться, увидеть, это, ну, вообще здорово. Но дистанция 1,5 километра вот для вас большая или можно еще побольше, в принципе? Ну, на первый раз я считаю, что достаточно. То есть я ее проехала, но пока больше на больше я пока не могу. Но в следующий раз, я думаю, конечно, увеличить. Как утверждают специалисты, даже за 1 час спокойной прогулки на лыжах можно жечь до 600 килокалорий. Не похудение, а мечта. После такой физической нагрузки участницы проекта смогли расслабиться в гуринских банях. Кстати, жаркий влажный воздух, березовый венчик и настой трав – самый лучший способ вывести из организма сначала лишнюю воду, а затем и килограммы. У нас вчера было контрольное взвешивание. Вот у меня получилось 2 килограмма скинуть. Но это с учетом того, что мы питание подключили неделю как. Угу. Как считаете, вот результат хороший? Ну, да. Для меня хороший. Угу. Это большой стимул. Не худели, да, вот за такое короткое время, да, в принципе, на столько килограмм, нет, никогда не худела. Я никогда не сидела на диетах, это вообще мой первый опыт. Чтобы не допустить нервных срывов, вызванных жестким самоконтролем, непривычным питанием и ежедневными физическими нагрузками, на каждом занятии участниц «Жги шоу» сопровождает психолог, который помогает расслабиться и настроиться на позитив. Несмотря на то, что каждый человек уникален, ну и та проблема, которая привела наших девочек в такое шоу, соответственно, она тоже ничем не похожа на чьи-то другие, она является также уникальной. Поэтому, чтобы у нас не было срывов, естественно, мы будем интенсивно работать как в групповой, так и в индивидуальной работе. Нам будет нелегко, но мы справимся. И, конечно же, мы ждем поддержки жителей нашего города, чтобы они верили в нас и болели за нашу команду. Не только групповые, но и индивидуальные занятия с психологом помогут направить усилия худеющих в нужное русло. Такие встречи помогут преодолеть участницам внутренние барьеры и достичь главной цели – привести свой вес в норму.